Всем привет! Очередное утро, очередной тренировочный день по программе 100-дневный воркаут. И сегодня мы снова вернулись в юго-западный округ Москвы на очень-очень интересную площадочку. Сейчас вы все увидите. Это площадка Сергея Бадюка. Так она называется, потому что он, собственно, сам ее спроектировал, сам ее построил. И это одна из наиболее интересных площадок в Москве. Смотрите, что здесь есть. Блин, я немного кашляю. Итак, ну, начнем с какой-то непонятной штуки. Я не знаю, что это, но практическое применение у этого есть. Дальше. Шведская стенка. Каскады из турников. Отдельно следует отметить, что у этих турников разный диаметр. Тут вообще очень много разных диаметров у перекладин. Таким образом, просто вот прокачивать хват здесь одно удовольствие. Можно переходить с более тонких на более толстые перекладины и качаться. Вплоть вот до такого есть, да? Круто. Есть вот такие вот, не знаю, брусья, не брусья, еще одна перекладина, перекладина потолще. Комплекс из шведских стенок, перекладин. Вот этой вот ерунды. Вы ее уже видели на видосе в Химках. Эта штука для растяжки. Опять же, стенка. Для чего нужна стенка? Ну, может быть, чтобы делать всякие кэтлипы. Перепрыгиваю. Да, кстати, трейсеры тоже любят эту площадку, потому что, видите, все очень-очень так компактно размещено и создает огромное количество идей, огромное количество вариантов, где можно прыгать с одного элемента на другой и тренироваться. Итак, еще рукоход здесь есть. И турничок, собственно. Двигаемся дальше. Скамья. Вот эти два столбика — это от упора для отжиманий. Даже видно, что он здесь есть, его просто неплохо так занесло. Дальше пресс. Брусья. Приятные толстые брусья с столбами, на которых можно делать выходы. Единственное, что сейчас плюс один, и погода просто колбасит дико. Из-за этого все снаряды покрыты ледяной коркой. И вот очень-очень тяжело мне будет сегодня делать плеометрику, особенно на турнике. Более узкие брусья. Груша. Колеса. Для той же цели. Я не помню, как называется эта китайская хренотень. Но она тоже для отработки ударов. Манекен. Маки. Я не знаю, я не буду гадать. Вот такая вот конструкция. Столбики. Их занесло. Но видно, что здесь есть столбики. По-моему, они для тренировки баланса. И маленькие столбики. Тоже. Естественно, все это дико-дико обледенело. И я прям боюсь. Боюсь за себя, как я буду приземлять плеометрические подтягивания. В общем, площадка отличная. Построена, я не знаю, сколько лет назад. До сих пор все крепко держится. Хорошая сварка, вот что значит, когда подходит к строительству площадок с душой. Да, вот, прям радует. И много, естественно, оригинальных идей. И при этом все компактно, а не так, что тебе надо через весь парк пилить для того, чтобы позаниматься там на турнике, а потом через весь парк обратно для того, чтобы позаниматься на брусьях, как вот в Ростове есть в парке. Одно удовольствие заниматься здесь. В общем, разминаюсь сейчас и буду делать подходы. Погнали!
Вот такая вот вышла тренировка сегодня. Второй день в плеометрической технике. Хорошая площадка. Несмотря на то, что было дико скользко заниматься. Но тем не менее. Несмотря на то, что я дико убитый после того, как мы вчера потренили трицепсы, груда. Кстати, здесь очень крутой вид. Если так посмотреть за моей спиной. Прикольно. Ну еще там несколько площадочек внизу стоят новых. Пойду еще отфоткаю, добавлю в базу. Ну а в видео на сегодня все. Увидимся завтра. Новая площадка, новая тренировка. Тем, кто еще не потренировался, но уже посмотрел это видео, хорошо позаниматься сегодня. Пока.